Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня мы приготовим такое вот блюдо. Драники из тыквы. Тыква спеет у всех на дачах, на базарах много продается ее. Недорогая сравнительно. То почему бы не сделать из тыквы не только сладкие блинчики, но и драники. Вот такие солнечные, вкусные получаются драники. Так что давайте готовить. Для приготовления драников из тыквы нужна тыква. Вот я ее почистила, порезала. Такая яркая оранжевая тыква. У меня здесь 1,5 килограмма ее. Картофель добавлю для вкуса. Вот 2 картошечки средних. Луковица. Чеснок 2 зубчика, сметаны 1 ложку. Измельчать буду в блендере. Порежу на кусочки, чтобы блендеру легче работать было. Блендер вместительный, можно побольше положить овощей. Нарезала, а только дно прикрыла. Добавляю сметаны 1 ложку. И блендеру легче работать, и вкусно будет. Перемалываем. Так, все перемолола. Теперь солим по вкусу. Из тыквы сладкие я делала блинчики, оладьи с яблочком, с тыквой. Но можно и драники делать. Добавляем муку. 1 ложка, 2. Перемешиваем до однородности все. Также разбиваем яйцо. Вилочкой взбиваем немного. И добавляем в миску с тестом. Перемешиваем до однородности. Вымешала до однородности. Идем жарить. Сковорода уже нагрета с растительным маслом. Берем 1 блинчик, выпекаем. И смотрим, сможем перевернуть его или нет, или добавить нам муки и попробовать на вкус. Так вот, проверочный наш. Так, переворачивается, но я считаю, еще можно немного муки добавить. Так, все готово. Выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. В тесто я добавила еще 2 столовых ложки муки. По столовой ложке выкладываем. На небольшом огне жарим. До румяности с 2 сторон. Подрумянились снизу драники. Переворачиваем. Нормально, видите, все переворачивается. И со 2-й стороны до румяности жарим. Драники подрумянились с 2 сторон. Выкладываем в тарелку. Драники готовы. Немножко остынут. И будем пробовать. Выглядят очень аппетитно. Ну, теперь надо попробовать драник. Со сметанкой, горяченький. Вкусно. Драник отличается от
чисто картофельного. Он более не имеет нежную структуру. Но такой же вкусный. Здесь тыква и немного картошки. Все сочетается. Все пропеклось, все вкусно. Так что попробуйте, приготовьте. Надеюсь, вам понравится этот рецепт и эти драники. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, приготовите такие солнечные вкусные драники для разнообразия. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь. И всего вам доброго и до новых встреч!